Давайте, Анатолий. Ну, некрасиво же. Ты будешь вставлять? А, нет, да. Да, нет? Не, я просто вообще-то у нас люди-то ждут, Жень. Чего? Ну как чего-то? Ну подожди, я сейчас цветы куплю. И, может, а ты будешь выставлять? Конечно, я не буду показывать квартиру, просто покажу, как мы чай пьем. Друзья, в общем, вот так как прям быстренько раз, и доченьку, и все. И, посмотрите, какие чашечки. Какие чашечки у нас красивые. А что за фарфор у нас? Императорский. Короче, это я приготовил. Это кекс. Тот, который я вам показывал, только с, добавил еще апельсиновую цедру. А тут вообще беда. В доме серебро пропало. Ну как так, Жень? Посмотрите, какой. И вон апельсиновую цедру добавил, натер туда. Ой, вкусненько. Вот, ребят, посмотрите, какой он получился в этот раз. Какой красивый. Некрасивый, не ой. Снимай. А что некрасивый? Ты успокойся, ты сядь уже на место. Вазон был другой, кстати, в прошлый раз. А какие ты должна купить цветы для того, чтобы потом мы сделали... А. Ну что ты квартиру-то показываешь? Сядь сюда. Я тебя хочу показать. Потихо, просто потихо. Поздороваться. Хочу. Люди спрашивают. Минуточку. О! Загар шикарный. Добрый. Кстати, у тебя выиграли волосы. У меня выиграли вообще. Все говорят, что я покрасилась. Я не красилась, я выиграл. А, добрый вечер. Добрый, да. Ну. Что? О, блин, что? Я забыл, вам подарили две новогодние игрушки, сделанные собственными руками. Ты знаешь, где дверь, в принципе. Такие вообще, короче, такое. Очень классно. И мы, кстати, у нас елка. А вот вы приехали, у вас елка стояла? Нет, она сыр уже все разобрала. А. Ой, с мороженком. Сынок. Сын пришел. Мало. Не, кот. Говорит, принесла кот. Кусочек сала, говорит. Кот. И задолбала. А что за предмет он учит? Русский. Не надо. Русский язык. Сейчас он два часа делал с папой математику. И папа, по-моему, глаз дергается. Пробуй давай свои впечатления. А что я там делал? Вот же, ну вот же. Просто у нас... Надо десертные тарелки к нему купить еще. Нет елочной игрушки, нет чая. Нет елочных игрушек, нет чая. Зато есть кекс. А, кстати, между прочим, это Иван чай. Это мы вчера были на день рождения у Варечки, у Светы с Вадимом. И это их чай, они сами его собирали. Я, кстати, сами... никогда не любил Иван чай. А вот попробуй. Ну, это какой-то другой. Ложечку лимонника. Не надо, это... некрасивый лимонник ставить в кадр. До свидания, это мой лимонник. Ой, блин. Вань, есть положи мне ложечку, Вань. Нет. Есть красивый, ну есть же красивые эти вареницы. Это не варенье. Вы знаете, это лимонник, вот эстетики вообще, вот как, вот у меня, понимаете, я же дева, ложечку, у меня же все должно. И прям вот в чай. Ну дай ему красивый. Да, вот чистую ложечку надо, чтобы не пропало, подожди. Ну, ясно. Ты мне портишь, держи чайпинки. Можно еще ложечку положить, Ваня? Да нет, чашка маленькая, потом добавим еще. Я пробую. Это мне подарили, это прям народ собирал из этого. Может, мне на продажу такие это делать? Ну, они прям это, азбука вкуса. Это новый рецепт. Очень вкусно. Вот так я не могу, конечно. Ой, подожди, терпи. Ты вот не снимай, вот это, я прошу, пожалуйста. Точно. Классный фон, пожалуйста. Ну а что? Нет, можно подумать, люди в коммуналке. Другие как-то по-другому. Видео из коммуналки. Нет, вот доставка такая, прям вот так, смотри, красиво. Вся цветовая гамма. Вся трусы на всех там. Мои там, Женины, Гавра. Нету там. Нет, пожалуйста, я просто хочу объяснить. Вообще у нас есть сушка.
Мам, сейчас ты попадешь. Кстати, это моя мама. Да, между прочим, ее никто никогда не видел. Правда. Да. Твоя мама. Ну тот кадр вырежет. Нет. Нет, Мать. Познакомьтесь, Татьяна Алексеевна Тимофеева, моя мама. Да. Кто меня не видел, ты не понимаешь. А ты сейчас просто научишь вашу аудиторию, да? Ну, пока нет еще, но подумай. Ну, сейчас это... Не то, что возможно будет. Будет это видео. Давайте ну, мы чашку. Чашку. Потом мы и скинем комментарий. Надо будет кричать. Да, чашку маме тоже. А этот, как его? Я к чему? Что я хотела сказать? Я сейчас объясню. У нас есть сумочка. Ну, мы приехали с... Так же приехали. Ты, в общем, себя видела вот это вот? Все растянуто, ничего? А за это ты переживаешь. Как растянуто? Виктория, секундочку. Это тоже, кстати. Я спала. Да, сушка есть. А почему не пользуемся сушкой? Объясняю. У нас очень много белья, и поэтому мы бы... Ну, мне надо было быстро... Это все оправдание. Ты еще и куришь в кадре? А нельзя, кстати. Знаешь, что нельзя? Чего, курить в кадре? Серьезно, банят YouTube. Курить, ругаться матом. Кстати, вот подписчики, последний прямой эфир, где Артем матерился, мне поставили, сняли монетизацию за то, что маты. Представляешь? Ты моя мама тоже с лимоником? Да. Клавочка, скажи, пожалуйста, всем привет. Вот сюда. Привет. Вот сюда. Молодец. Чай очень вкусный. Не знаю, кто это, чей это. И это я, это Света и Вадим Полонюк собирали сами. Правда, собирали сами, и это их чай. Они не понимают. Они сами делали, сами собирали. Такой аромат дает сразу вообще. Я рассказывала, что я ем два дня, что мы были вчера у наших друзей, и что там так вкусно. И теперь сегодня ем. Короче, ой, что ты так напекал все запекнуло разом конфеты. Мы, давайте, мы сейчас это, вот это все забудьте, что вы видели. Белье. Это хайпануть просто решил. Давай это, ну тоже объяви число, дату, когда мы будем показывать. Второй раз. Первую дату помнишь? 15 августа. Так, ладно. Сегодня какой у нас? Ну подождите, я же смотрю сейчас. Так еще нет, не было 15 августа. Ну конечно, да. В прошлом году было. Рум-тур, да, был? Да, да, да. Самый долгожданный. Вань, когда? Че, Вань? Ты готов пустить к себе в квартиру людей? Не знаю, готов ли я. Ну давайте через неделю. Обещали, значит. Следующее воскресенье съемка. 12. Да. А я 11 на день рождения, могу напиться. Давайте после 12 числа снимемся. Ладно. После 12? 12 и до без... Да выключи, я покурить я хочу. А правда ты, то есть, меня вырезать или что? Ну, может быть. А... Курить нельзя в кадре. Стрижка только началась. Можно даже снимать? Галюшка, посмотри сюда. Ты же знаешь, куда снимаешь? Давай уже смотри в зеркало. Если вы думаете, что у нас стрижется только ребенок, вы ошибаетесь. Ваня тоже. В пальмах сидит такой. Как же 400 снимает, а? Ну и что же 400? Ну не такой-то, да? Большим вырос, да? Камар, покажи зубки. Ты что, мне не нравится он? Он крутой же. Мы его скоро под это... Подрежем. Подкорректируем. Не надо. Мне кажется, он будет сильно плохо. Покажись, покрутись-ка. Ну, пожалуйста. Нет, красиво. Давай, не капризничай. Отработай. Ой-ой-ой. Ну, нормально, снимай.
Вот такого. Это шапочка. Знаешь, раньше я говорили шапочка. Всего хотел, конечно, и не кривляться. И вот так. И... Встань ровно. Красиво. Ну, самому-то нравится? Да. Да? А что ты не улыбаешься? Где зуб потерял? Ну, ты что, стесняешься зубы? Ты красавец, ты что? Когда ты вырастешь, уже будут такие виниры, я не знаю. Так классно. А ну-ка, блин. Там уже Ванечка на подходе. Полировочку делают. Глаз. Не получается? Получается. Может, калькулятор дать? Да. Нет, считай. Вот это что такое написано? 3, 8, 0, 0 или что? Вот 3300. 5000 минус 3300. Посчитай, какая это. Ну? А! Не может посчитать. Задачу. Улыбнись. Такая дежурная улыбка. Ой. Что? Ты что, стесняешься, дюка? Подождите, я буду маме заснять. Красота. Я не чувствую, что тоже видно. Ой, смотрите, девочки, куда я вас привел. Обращаюсь именно к девочкам. Расскажи, Анатольевна, где мы? В императорском фарфоре. Цены тоже императорские? Вот смотрите, 20 тысяч стоит чашечка с блюдцем. Что приглянулось, Ванечка? Что приглянулось? Сервис чая. How much? 950 тысяч. Как? 950 тысяч. Ну, это ручная работа. 950 тысяч, вот этот наборчик, представляете? Тебе понравилось? 40 тысяч, мужчинка. Сейчас вы мне скажете, не води камеры, и все помедленнее, ребят. Не знаю. Это все, конечно, красиво, но очень дорого. А я вообще думал, что императорский фарфор это только вот такой, как у вас, синенький. Это давно уже не такой. Нет, это что? Это тоже. Да, но оно мне тоже нравится. А это же гусь хрустальный, да? Гусь хрустальный. А у вас стаканчик есть под виски? Под виски. Мы разбили. Не, не один, а не по два. По два, да. Боже, я обожаю. Рисунки надо, смотри. А вот там, Вань, какой ты хочешь? А, вот я, что я... Я думал, что императорский фарфор это только вот определенный вот этот вот стиль. Вот он. Очень красивый. А оказывается, здесь посмотрите. Тут же просто можно. И это все императорский. Мне вот эти вот очень нравятся. 4000 чашечка. 55 что-то там стоит. Ну, понимаете, да, цены? Вот 10 тысяч стоит вот такой коктейльный. Обалдеть. Обалдеть. Ой, а у вас же такие есть. У нас два нужны. Один разбил. А? Это гусь хрустальный. Вот это все, это гусь хрустальный. Это делается у нас в России. Ну да, а что делать? Что ты удивляешься? Нет, просто очень красиво. А это напоминает немножечко такое советское. Ну, ты знаешь? Это советское, еще знаешь, этот напоминает, как он? Стекло. Богемское. Муранское. Очень красиво. Эстетическое удовольствие получаешь? Ой, очень... А, блин, какие советские прям. Да, мне очень-очень нравится. Я прям кайфую, честно. Да, все она любит. У меня мама просто... Очень красиво. Ну, вот это. Просто удовольствие.
Медовница. Красиво. Недорого, 4600. Самое дешевое. Я нашел самое дешевое. 1800. Ой, не уронить бы. А. Я сейчас точно чем-нибудь уроню. Получаю удовольствие. Тоже зеленый, посмотри, как красивый. Нет, мне это не нравится. Да? Мне не нравится. Ну, извините. Ну, вот я вот такое, мне вот такое не очень нравится. Я люблю более нежное что-то. О, какой красивый цвет. Для виски? Возьмите, нравится, возьми. Не-не-не, нам этот не подходит. Нам типа. Для виски? Да. Подходит или нет? Возьми то, что не нужен. Мне нравится и тот что-то. Я тебе просто показываю цвет. Что-то вот тоже необычный. Да. А шахматы ты видел, какие мамы? Кто? Шахматы. Калоши, например. Между прочим. За 219 тысяч. Ну при чем здесь это? Сейчас просто. Ну как при чем? А вот смотри, какая бабушка с типа с внуком. Ну это очень круто. С внуком или с внучкой? Ну, в наше время не поймешь. Говори. А вот посмотри, какая это продавщица. Да. Так мило. Ну, очень круто. Почему все, что мило, так стоит? А вот поэтому по Гоголю там Чичиков, собаки. А что за балетница? Воображала сплетница. Да, синий тоже красивый. Посмотри, какие красивые. Посмотри, рюмка за 13 тысяч. Или это комплект? Это набор. А, набор, господи. Я ж подумал. Мне вот это нравится. Вот это классический такой прям. Это наша? Как она это? Сетка называется. Кобальтовая сетка. Ой, а вот это тоже какое нежное, посмотри. Я вот такое люблю. Вот красота вся какая чашка. Не, я вот такое не люблю. Вот такое не люблю я. А что? Не знаю, не нравится. А я получаю удовольствие от пустыля. А вот твои красные. О, красные вообще красивые. Нет, я не говорю. А я такую не вижу. Здесь еще сетка кобальтовая. Нет, 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 кубок. Шесть лодок? Красиво, все красиво. Так подожди, серебро. На кого карточка была оформлена? Серебро украли в видео, как назовем? Украли серебро в доме? Да не, у нас была старая карточка. В доме пропали две серебряные ложки. Надо назвать как-то в доме пропажа. У нас пропали две серебряные ложки. А я же, знаете, я такой педант. Ну, это ужасно, конечно, но я педант. Я ужасно педант, мне должно быть все четко. Я не купила все чашки. Иван. Иваны, Иваны, Гварде, Гварде. Ой, какое красное. Да, красное люблю. Необычный план. Это детский, да? Детский. Вот брат два. Брат еще. Ой, птички какие. Вот это вот мне нравится. Уточки, птички. Мишки. Это все про нас. Это прям к родителям квартиру. Ой, 400 рублей птичка. Синичка. 500 рублей. Да какие
цену что снимаешь? Нет, все, все просто. Нет, он же такой обычный столовый, очень такой демократичный. Демократичная ты моя. Ладно, что-то я притомился. Пойду с Гавром посижу. Гаврюша! Ты что, на умниках, что ли, тут? Подожди, я играю. Рококо. На секундочку. Ой, какая, посмотрите, статуэточка красивая. Влюбленный называется. Ну, что выбрала? Мне нравится вот эта чашка. Да, вот. Эта чашка мне нравится. А, ну, вот, видите? Две. 290. Да. Что это? По сравнению с другими, это недорого. Ну, я не покупаю. Ну, у меня вот такая чашка у меня. Я люблю чашки такие. Это все разные собираешь, да? Да. Я люблю. Нет, ну вот она тоже зеленая, но это просто очень похоже на все мои другие чашки. А я... это, кстати, не костюмный фарфор, между прочим. Какой? Ну, есть костяной фарфор. О, господи, слова какие разные говоришь. Костяной, не костяной. Тебе вот такая больше нравится. А это тоже 250 миллилитров? Или какая? А вот это 300, правильно же? Да, вот это похоже 300. Тоже 250. Ну, как будто не 250. Но она как-то больше смотрится. Она может быть там 260. А тебе какая нравится? Вот такая или вот такая? Вот такая, да? С рисунок? Да. Не разбей ничего, пожалуйста. Вот это мне больше нравится. Еще рисунок. Мне больше вот это нравится. Ну, они как бы из одной. Угу. Ну, как бы похожи. Нет, вот та, которую я взял больше всего. Какую? Там какой-то рисуночек фиолетовый. Ну, такая, да? Тоже неплохо. Внимание же не разрешает, да? Ой, смотри, какой классный. В горошек, да. В горошек. Очень клево. И вот тоже мелкие солнышки, вот полосочка какая-то. О, посмотри, какие одуванчики или что это. Да. В горошек крупный. По 4400 каждый. 250 миллилитров. Ну это маленькая. Ну тебе да. Так, ты уже определилась с чем-то или нет? А? Не, ой, какая красивая. Вот сейчас я предлагаю как раз. Юлия. Вот такая форма, там есть весна, лето.